Каждая казахстанская семья сможет раз в год бесплатно провести процедуру искусственного оплодотворения. Это станет возможным после внедрения обязательного медицинского страхования. Об этом на Международном конгрессе по современным методам лечения бесплодия заявила член Национальной комиссии по делам женщин при президенте республики Салтанат Бекушкарова. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в нашей стране на свет появились 14 тысяч детей, в том числе по программе ЭКО. В этом году выделены квоты на проведение 900 процедур экстракорпорального оплодотворения. Однако потребность в них намного выше, считают специалисты. Напомню, квоты на ЭКО в Казахстане выдаются с 2010 года. Известно, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в мире родились более 600 тысяч детей. Проблема бесплодия вообще во всем мире и в Казахстане она очень актуальна. Каждая пятая, шестая семья сталкивается именно с бесплодием. Например, в России, благодаря обязательному медицинскому страхованию, каждая женщина имеет возможность два раза в год практически бесплатно проходить ЭКО. Поэтому я думаю, в будущем в Казахстане тоже, может быть, через год-два, будет возможность хотя бы один раз в год получить бесплатную квоту. На сегодняшний день родилось свыше 14 тысяч детей в результате экстракорпорального оплодотворения. Из них 1532 ребенка родилось за счет возмещения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть по квотам? Да, то есть по квотам. На это государством было затрачено 3 миллиарда 890 миллионов тенге.